В высокогорном селе Ханох Цумадинского района открыли современный фельдшерско-акушерский пункт. Он возведен в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Всего в этом году построят 25 таких объектов на сумму, превышающую 1 миллиард 200 миллионов рублей. Открытие новой амбулатории для жителей этого отдаленного аула – событие долгожданное. Раньше в экстренных случаях здесь не знали, куда обращаться. Даже чтобы сделать прививки, приходилось преодолевать километры горной местности. Зимой очень большие снега тут бывает. Тяжело бывает, очень-очень. Вот поэтому очень рады. Это уже в словах не сказать такое счастье это для нашего села. В новом здании по плану построены несколько кабинетов. Смотровой, процедурный, акушерский. Есть все необходимое для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, включая мероприятия по реанимации и интенсивной терапии женщинам в период беременности и родов. Еще один важный аспект. В амбулаторию могут обращаться сельхозпроизводители со многих районов республики, занятых отгонным животноводством на этой территории. Дорогие друзья, будем работать. Будем помогать друг другу, будем поддерживать дальнейшее развитие и процветание Цумадинского района. Вам огромное спасибо всем, Магомед Майрбекович, вашей команде за то, что своевременно построили данный объект. И будем надеяться, что таких объектов на нашем трудовом веку будет еще много. После официального открытия ФАПа представители власти с активом Цумадинского района провели рабочие совещания по вопросам развития сельских территорий. На встрече было отмечено, что Дагестан вошел в десятку регионов, где финансируется строительство именно сельскохозяйственных объектов. Анаргаджи Магомедович, я уже который раз подтверждаю, пожалуйста, наметьте любой объект, проектно-сметная документация, госэкспертизу, мы его включаем. Мы в этом году подали документы по Тулунду, да, мы готовим документы и по другим вопросам, по комплексному развитию сельских территорий. Это прерогатива, это приоритет федеральной власти, приоритет республиканского руководства. По итогам встречи обозначены дальнейшие мероприятия, которые будут направлены на развитие сельских территорий, в частности, Цумадинского района. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарсов, новости ННТ, Цумадинский район.